В центре внимания аграриев Славянского района – уборка риса. Под посевы белого золота в хозяйствах района в этом году отведено более 45 тысяч гектаров. Наши корреспонденты побывали в одном из сельхозпредприятий нашего района – ООО «Черноярковская» и узнали, как там идет ход уборочных работ. Уборка главной культуры Славянского района уже началась. К обкосам риса аграрии района приступили 1 сентября. На сегодняшний день уже скошено риса на площади более 25 тысяч гектаров. Обмолочено более 22 тысяч гектаров. Средняя урожайность по району составляет 69 центнеров с гектара. В этом году посеян рис на площади 46 845 тысяч гектар. Это более чем на 2000 больше по сравнению с прошлым годом. Ну, погода дает аграриям своевременно убирать. Урожай пока нас радует. Параллельно уборке риса в хозяйствах нашего района ведутся работы по уборке сои, подсолнечника, кукурузы. На сегодняшний день темпы уборки уже набраны. Погода пока позволяет. Останавливаться нельзя. Будем достигать опять лучших лидирующих позиций в крае. В открытом акционерном обществе «Черноярковская» к уборке риса в этом году приступили 8 сентября. Общий посев главной культуры района в этом хозяйстве составляет более 3000 гектаров. На уборке здесь задействована 21 единица техники. Начали убирать первый рис и также молотить сою. То есть на данный момент у нас сейчас убрана половина площадей сои, который, ну, общий посев сои составляет 1476 гектар, риса 3205 гектар. На данный момент мы убрали уже половину, как бы урожайность хорошая, то есть, ну, на будущее мы думаем, что у нас еще больше подымется. Рабочий день у комбайнеров на полях хозяйства начинается с 7 утра и продолжается до позднего вечера. Они спешат, стараются быстрее собрать урожай. Ведь успех по итогам уборки – это заслуга каждого, кто работает в поле, особенно комбайнера. Своей работой они вносят большой вклад в будущий урожай. Труд комбайнера очень напряженный. Все время нужно прислушиваться и к шуму мотора, и гулу молотилки, делая вывод об их работе. Валерий Ткаченко работает механизатором ООО «Черноярковском» более 30 лет. Вспоминает, какая раньше была техника. Старая, технически неустойчивая. У нынешних комбайнов мощность намного выше, говорит Валерий. А потому такая машина требует больших знаний и умений из-за своего современного внутреннего механизма. Зато есть комфортные условия. Например, как кондиционер в кабинке. Признается, что работу свою любит, считает ее ответственной. Люди старались, выращивали. Как надо ж покачественнее смолотить, чтобы которые люди до этого его выращивали, чтобы не вытрясти же его на землю, чтобы никто на тебя не обижался. Что мы испытываем, когда мы заканчиваем уборку? Ну, радость, когда урожай собранный. Уборка риса и других сельхозкультур в районе идет полным ходом. А это значит, что в скором времени будут подведены итоги жатвы. Уборка и обработка риса – процесс сложный и трудоемкий. И пока урожай не дошел до стола своего потребителя, комбайнеры, механизаторы, поливальщики, агрономы в поте лица работают, чтобы обеспечить качественный и рекордно большой урожай.